Дети – будущее страны. В рамках Года детей и в честь Дня столицы в одном из ресторанов города детям из многодетных семей устроили праздник. Мальчишки и девчонки вдоволь насладились угощениями и развлекательной программой. Подробнее в следующем сюжете. 50 деткам из многодетных семей устроили развлекательную программу в одном из ресторанов города Караганда. Возраст детей был от 5 до 10 лет. Некоторые родители проводили детей и с некой тревожностью оставляли на праздники. Но атмосфера была настолько уютной и веселой, что даже самые маленькие малыши забыли о родителях. Мне данное мероприятие очень понравилось. Здесь весело и много вкусной еды. Я хотела бы поздравить всех с Днем столицы и сказать спасибо, что устроили для нас такой замечательный праздник. На празднике проходили различные конкурсы, танцы, распыление мыльных пузырей и фотосессии с любимыми игровыми и мультипликационными персонажами. Девчонки и мальчишки приняли активное участие в праздничной программе. Они пели, танцевали, а в перерыве успевали кушать на ходу и дальше бежали веселиться вместе со всеми. В День столицы накрыли очень вкусный дастархан. Будет шоу-программа для детей, конкурсы будут, игры. В этом году наш президент объявил, что это год детей. Я считаю, что это правильно, что наши предприниматели, бизнесмены дарят детям праздник. Сейчас, после пандемии, действительно, то мы только-только начали оправляться. И нашим детям очень это нравится. Вообще, я считаю, что надо с детьми работать, заниматься, и развлекать их тоже надо. В настоящее время по городу Караганда насчитывается около 1000 многодетных семей. По словам Айжан Байдельдиновой, администратора общественного фонда Асалана, справедливо и равномерно распределяют посещение и участие многодетных семей в подобных мероприятиях. Никто не остается в стороне. Айша Усимбекова, Миржан Джумамуратов, Николай Шевелев, 5 канал.